Сегодня в Щелковском театре состоится финал конкурса «Юная краса Щелково-2020». Девушки ждали этого события полгода. И сегодня мы наконец узнаем, кто из 8 финалисток завоюет главный титул. Из 64 юных жительниц городского округа Щелково было отобрано лишь 30, которые смогли попробовать свои силы в конкурсе талантов, грации и красоты. Прежде чем дойти до финала, участницам предстояло пройти 5 основных этапов – танцевальный, спортивный, кулинарный, интеллектуальный и, конечно, творческий. Каждое задание требовало от девушек не только тщательной подготовки, но и умения продемонстрировать профессиональному жюри свои лучшие качества – целеустремленность, находчивость и смекалку. В принципе, каждый год мы что-то меняем, даже в том же самом 5-м этапе, где было эко-дефиле. В прошлом году они просто делали наряды, а в этом году еще вдохновлялись коллекциями, должны были представить, что за коллекция, какого модельера они вдохновились. Из-за пандемии финальный этап конкурса «Юная краса Щелково-2020» проходил в онлайн-режиме. Судьи, в числе которых были представители индустрии красоты и медиа, рассматривали выполненные девушками задания дистанционно. Победительницу выбирали, основываясь на ее визитной карточке и творческом номере. Первое место и корону «Юной красы Щелково-2020» получила 17-летняя жительница Фрянова Анастасия Чеканова. Девушка решила поучаствовать в конкурсе, чтобы попробовать себя в чем-то новом, испытать ранее незнакомые эмоции и развить свои таланты. Настя с 3 лет занимается гимнастикой, являясь кандидатом в мастера спорта. Узнав о победе, девушка первым делом позвонила своей семье. Болели, смотрели прямой эфир, уже позвонили, все поздравили. Очень неожиданно. Жалко, правда, зрителей не было. Я считаю, что самое главное – верить в свои возможности, и все получится. Несмотря на то, что победительница конкурса всего одна, остальные участницы также не остались без заслуженного внимания. Каждая девушка получила призы, диплом участницы, а также титул в дополнительных номинациях, таких как «Хорошая девочка», «Мисс Креатив», «Мисс Стиль», «Мисс Очарование» и других. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.